Но ведь вы же понимаете, что с вами все равно общаются и держат в голове, что вы Табаков, что нет такого ощущения? Я надеюсь, что нет. Но вот в большинстве случаев, во всяком случае, в театре я все-таки, я думаю, доказал то, что я не папенькин сыночек, а человек, который что-то сам из себя представляет. Ну, вы ведь с отцом играете на одной сцене. Да. А вот как это? Мне тут было очень легко, потому что, я думаю, любой другой человек моего возраста, учащийся в театральном вузе, институте, у него была бы большая паника и дикий зажим. Угу. От того, что он играет с такой махиной, метром. Ну, с великим актером, вот. Действительно. Нет, ну, это А мне просто, потому что для меня он мой отец. Угу. Потом я от этого абстрагируюсь, и для меня он просто партнер. Вы абстрагируетесь? Да. То есть вы в какой-то момент вот выключаете, что... Да, вы... абсолютно. Угу. То есть для меня он в первую очередь партнер. Ага. А поскольку я рос, собственно, он мой отец, поскольку я привык видеть, я видел очень много великих, действительно великих актеров, то для меня как-то вот не существует того, что вот я и вот мэтр. Угу. То есть он мой партнер, это самое важное, что может быть. То есть я с ним на равных, если я выхожу с ним на одну и ту же сцену. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».